Бали доброжелательная и любит общаться с людьми. На выставке в парке Раздолье она принимает участие впервые и очень ждет встречи со своими будущими хозяевами. Я волонтер в приюте, куратор конкретной собаки. Я с ней уже 3 года знакома. Родилась она в приюте, щенком, к сожалению, уже приютской. И мы стараемся ее пристроить. Она очень добрая, ласковая, нежная. Для гостей выставки животных «Подари хвосту Раздолье» провели дефиле собак и кошек и предоставили возможность пообщаться с четвероногими друзьями. Также в программе были интересные мастер-классы и советы от кинолога. Обычно это не просто выставка собак и кошек, а это большое мероприятие с концертной программой, с мастер-классом для детей, с ярмаркой. И все вырученные средства, естественно, идут на помощь собакам и кошкам. В выставке приняли участие около 15 собак и 4 кошки. Команда волонтеров «Мы вместе» приглашает всех желающих вступать в ее ряды и помогать четвероногим друзьям. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».